Москве, занимаюсь живописью 5 лет. Я изобразила картину Макарова, потому что мне очень понравилась внешность девочки, изображенной на портрете. Мне захотелось ее перенести в наше время. На исходной картине она изображена в тяжелом наряде. У меня она изображена в легком изящном платье. Вместо старого интерьера изображен современный с креслом и кондиционером. Наушники, чтобы подчеркнуть период времени, в котором она находится. Это был интересный опыт переноса из прошлого в настоящее. Мне очень понравился этот опыт и сам конкурс. Очень интересно получился.